Итак, дорогие друзья, всем приветульки. И тут ко мне пришел очередной телефончик на обзорчик. Nokia 6303 Classic. Вот такой вот стандартной синенькой коробочке. Со всеми там маркерациями, OVI, Bluetooth, все дела там на разных языках, надписи всякие. Вот сейчас мы распакуем, посмотрим, что там у нас такое внутри есть. У нас тут сам телефон, наушнички, так, зарядное устройство и USB кабель, а также мануал. Как всегда, в общем, в коробке не густо, это вы уже все и так знаете. Вот, и перейдем к самому телефону. Телефончик у нас запакован в такие пупырышки, положен, вернее. Вот он у нас такой вот телефончик, аппаратик у нас. Так, поближе посмотрим. Все в пленочках, вспышка в пленке, камера в пленке, задняя крышка тоже в пленке. На стекле пленка. Такой вот у нас аппаратик, металлический, кстати. Вот этот ободок, не знаю, по-моему, пластик, а крышка металлическая. Это 100%. Так, сейчас снимем. Ай, так, снимается необычно, непривычно, цепляется. Вот такая вот у нас металл, слышите? Вот. У нас тут какая-то маркерация. Вот. Так, Stanley Steel написано, металл. Вот такой вот, вот чем штучка-дрючка. Так, что у нас там под крышечкой скрывалось? У нас тут батарейка. BL5CT. Так, смотрим, что у нас там под низом. У нас тут залепили, чтобы не включалось по дороге где-то. Так, у нас тут Made in Finland написано. Вот, глядите-ка. Если кому видно. Вот так вот. Слот, так, microSD здесь у нас поддерживает. Слот под сим-карту. Симку я вставлять не буду. Так, так, закрываем наш телефончик. Такая крышечка. Интересно, как-то она загнута по краям. Что-то как-то... Ой, попробую еще закрыть. Так, а... Ого. Короче. Попадало какое-то... Тут еще, блин, по-особому как-то... Ага, вот так вот надо. Я сразу и не въехал, как ее надо тут... Вот так вот у нас то ли защелкивается, то ли что, не пойму. Угу. Так, все, тут у нас разъем microUSB, тоненькая зарядка, разъем под наушники 2,5 мм. Угу. Что-то я не пойму, как она закрывается-то. Так, вроде все. Угу. Кажется. Кажется, все. Может, я неправильно как-то закрыл ее. Мне неизвестно. Что-то она так туго очень вообще. Я просто в шоке. Так, вот так вот. Вроде, вроде все. Ну что, попробуем включать его. Так, кнопочки у нас здесь глянцевые. Вот. Так, включаем наш телефончик. А, он сверху включается. Вот же кнопка, ё-моё. Ну и ну. Так, все работает. Так, ага, battery low. Батарейка разряжена, придется заряжать. Вот такой вот клавиши у нас подсвечиваются. Accept. Звук приятный. Хороший. Угу. Так. Все, включился. Сейф. Сейф. Сейчас мы его еще подзарядим. Попозже чуть-чуть. Так, зайдем, язык поставим в настроечках. Где тут наш русский язык? Сплит, так, так, фон. Language setting, language. Тут у нас немецкий всякий, французский даже есть, прикольно. Так, так. Нам нужен русский язык. Все, русский язык поставили, все работает, все жизнеспособно. Такой вот у нас телефончик. Красивый. 6303. Здесь, кстати, камера, насколько я знаю, неплохая. Вот. Которая очень неплохо даже снимает. Несмотря на то, что тут, по-моему, да, 3,2 мегапикселя камера. Ну, очень хорошая камера.
Так, сейчас мы послушаем звук нашего телефончика, как он у нас звучит. Так, галерея, мультимедиа, камера, FM-радио, проигрыватель, диктофон. Так, это нам не надо, нам сюда. Нам надо вот сюда. Фото, видеоклипы какие-то. А что это за видеоклип у нас здесь уже установлен? Какая-то реклама, чешу. Непонятно. Не такой красивый клипец, конечно. Прикольно. Интересно. Так, бэк. Назад. Где у нас музыка? Музыка тут нету ничего. Графика, сигналы. Так, сигналы вызова. Сигналы. Так, календарь. Нет, это не то. Нам надо сюда. Так. А звук у нас так на полную вроде. Стоять. Так, слушаем. Это что было? Ага. Вот полная громкость. Вот такой вот у нас звук на Nokia. Только не мешай. Отличное звучание. Качественный динамик. Так, а ну дальше что там еще есть? Marbles какой-то. Что у нас еще? Такие вот у нас сигналы здесь на Nokia. Так. Что-то вышел. Надо нам еще камеру проверить, наверное. Так, сигналы вызова. Сейчас мы камеру еще проверим, как она у нас снимает, правда, в пленочке. Но я сейчас сниму пленочку. Ненадолго. Вот так вот. И мы снимем что-нибудь, например, вот это. Моторолку нашу снимем. Так, надо не потерять эту пленочку. Так, где тут у нас мультимедиа, камера. Камера, батарея разряжена. Ай-яй-яй-яй-яй, придется заряжать. Ну ладно, я ради такого дела заряжать не буду. В принципе, те, у кого уже телефон такой был, знают, что за камера здесь стоит. Камера здесь хорошая. Снимает отлично, никаких нареканий нету, вот, тем более, зная то, что здесь 3,2 мегапикселя, снимает она гораздо лучше современных аналогов, у которых камеры по 5 мегапикселей, по 8 мегапикселей, здесь с качеством снимка все в порядке. Вот, так что это у нас старая гвардия, раньше как-то материалы покачественнее ставили, вот, сейчас, блин, в кризис на всем экономят. Ставят и оптику не очень, и динамики хреновые, и микрофоны хреновые. Вот с этими телефонами здесь таких проблем нет. Здесь классные микрофоны стоят, динамики классные стоят, камеры неплохие ставили. Вспышка здесь, кстати, яркая. Вот такие вот делишки. Вот такой вот у нас телефончик, дамы и господа. Так что, кому надо, кстати, ссылка есть в описании. Переходите на сайт наш, заказывайте. Вот, смотрите, вот такие вот делишки, ребятки. Все, всем спасибо, ставим лайки, подписываемся на канал, пока!